Стадион Брестский принимал финиширующих спортсменов международного забега «Дружба». Кто-то уверенно и бодро завершал большую дистанцию, кому-то жара поубавила сил. Температура воздуха в Бресте была выше 30 градусов. Несмотря на то, что забег все же соревнование, спортсмены подбадривали и поддерживали друг друга, как настоящие друзья. Уже в 14-й раз большие старты объединяют всех тех, кто не представляет свою жизнь без физической активности и регулярных тренировок на большие расстояния. Есть среди них и новички. Например, Жубер Готье, француз, но сейчас учится в Польше. Мой первый визит в Брест. Сейчас я учусь в Польше, в Бялоподляске, на факультете физической культуры и спорта. Дистанция между Польшей и Беларусью была непростая, но мне понравилась. Порядка сотни спортсменов и 5 возрастных категорий. Награды нашли своих героев. Как правило, среди них нет новичков. Это те, кто давно, долго и упорно шел к этим результатам. За годы тренировок многие спортсменов познакомились друг с другом и теперь делятся своими успехами, следят за спортивной историей друзей в социальных сетях. Так, через активное общение и общее увлечение люди знакомятся и укрепляют отношения с городами-побратимами и в целом со странами-соседками. На сегодняшний день города Бреста 34 города-побратима. Но самые тесные взаимоотношения это у нас с городом Тирасполем. У нас есть как в экономическом развитии, в культурном, в образовательных процессах, ну и, конечно же, спортивных. Сегодня мы провели 14-ю многогосударственный международный пробег, который стартовал в городе Тирасполь. Приняло участие с нашей стороны порядка 50 участников. В целом где-то было порядка 80. Я убежден, что мы, славяне, а особенно белорусы и поляки, имеем все возможности для того, чтобы дружить и развивать наши города. И БУК нас не разделяет, а сплачивает. У нас подписаны договоры о сотрудничестве, что делает нашу дружбу более основательной и конкретной. Организовать беспрепятственное перемещение спортсменов через границу удалось благодаря действию на территории туристско-рекреационной зоны Брест безвизового режима. Только с начала 2019 года этим механизмом посещения города над Бугом воспользовалось более 11 тысяч иностранцев, что в 2,5 раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2018-го. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Малашонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.